Всем привет, меня зовут Дмитрий Шимко, и в данном видеоролике я вам расскажу о совместимости двух знаков Козерог и Козерог. Два Козерога. Что это такое? Необычайно прочный союз по своей энергетике. Это два земных кардинальных знака, они оба знают о себе все и, соответственно, не ждут от партнера каких-то чудес. То есть они единственный знак такой, наверное, Козерог, который понимает все о себе, он мудр априори от природы, он также и не требует от партнера чего-то большего, так как понимает, что он и сам на такие вещи, допустим, не способен. Вот. Этот союз может быть как интересным, так и не очень. Как правило, это союз практичный по большей части, нежели эмоциональный. Эмоциональная часть там может быть только на самом начальной стадии этих отношений. Затем это переходит в практичность, в прочность, и эмоции уходят куда-то очень далеко. Но, тем не менее, этот союз просто не разлей вода, как правило. Козерог очень трудно разбавить. Они настолько прилипают друг к другу, они даже могут общаться без слов. Они могут на уровне интуиции, они чувствуют друг друга. И если они начинают говорить, то говорят они не просто какими-то общими фразами, а так как-то конкретно, что как будто бы пытаются простой фразой донести что-то, нечто важное, то, что недосягаемо и непонятно окружающим, то есть говорят на особом их языке. Общение двух козерогов – это очень интересно, это цеплялово за каждое, то есть каждое слово несет определенный смысл, никаких лишних фраз, то есть все конкретно, четко продумано. Вообще, Козерог всегда, если вы с типичным Козерогом общались, он никогда не признается в том, что он не прав. И даже если он что-то сделал плохо, он вряд ли извинится, и ждать от него извинений, особенно первым, это очень сложно. Поэтому в союзе Козерог-Козерог кому-то из партнеров все-таки придется уступать в этой позиции, так как жизнь не без конфликтов, и кому-то придется признавать свои ошибки. Хорошо, если это лидерство будет поделено на какие-то периоды и будет поделено на первенство, то один главенствующий, то другой, чтобы можно было как-то улаживать конфликты, так как, несмотря на прочность, все-таки два лидирующих знака, союз может стать очень непростым в борьбе за лидерство, поэтому кому-то в любом случае придется уступать. Но добавить к практичности можно лишь то, что, ставя, например, одну цель в таком союзе, два козерога, ее путь к этой цели не только достижение, точнее, удваивают, они ее делают в 10 раз мощнее и больше. То есть в таком содружестве они могут свернуть просто горы. Яркий пример, если брать наш шоу-бизнес, я обычно привожу двух козерогов, это Дима Билан и Яна Рудковская. Несмотря на фиксированные двойки в их числах, на самом деле это поистине два козерога, когда люди чувствуют друг друга, делают все правильно, и успех налицо, и, кстати, не один год, а не просто какие-то слова, именно дело. Дело, цель и задачи, которые поставлены, и к этому всегда все идет. Так, ну, что еще сказать? Вообще, Козерогу с любым другим знаком может стать, частенько становится просто, как, не то чтобы скучно, а неинтересно. То есть, Козерог может в какой-то момент почувствовать, что его не понимает другой знак. Но это никак нельзя сказать о союзе с Козерогом, так как они чувствуют друг друга. И в таком содружестве даже общие интересы музыкальные, или там какие-то путешествия, или что-то вот их все время будет объединять. Что-то они найдут компромисс в любом случае на каком-то интересе, что у них будет общее, будь то хобби или какое-то основное дело. Так, ну, по поводу лидерства я сказал, но здесь еще... А, да, и очень важная деталь, то, что обычно козерогов, особенно в раннем возрасте, другие знаки подтрунивают, поддразнивают, говорят, что такие молодые старички, то есть слишком какие-то уже серьезные, взрослые для своего возраста, но, тем не менее, кто молодеет с годами? Козерог. Кто после 50 лет начинает жить полной жизнью, когда другие уже загнулись от того, что прогуляли всю свою жизнь? Козероги. Так что этим двум козерогам может быть очень весело даже в глубокой старости.
Если вы когда-нибудь увидите дедушку с седыми волосами, лет под 90, стоящего на голове, к стенке прижав ноги, вы можете даже не спрашивать, какого он знака зодиака. Вы точно поймете, что это Козерог. Ну, в редких случаях близнецы. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Дмитрий Шумков.